Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет с вами обзор по ссылочке, которую мне прислали на обзор. А я, как любопытная девочка, никогда не отказываюсь от таких вариантов, как попробовать что-то интересненькое. А тем более, когда речь идет о Sami Beauty. Это линейка косметических средств, которая производится блогером Оксаной Самойловой. И, конечно же, я хотела попробовать. И вот она случилась. Итак, немножечко истории. Если вы хотите увидеть весь полный разбор и все страсти, которые кипят вокруг этой продукции, просто откройте YouTube-канал и посмотрите Екатерину Конусову. Этим все будет сказано. Я не буду пересказывать все ее слова, где, что, как и так далее. Я просто попробовала эту продукцию чисто из любопытства. Но сразу, да, лично вот мое мнение как потребителя, например, если бы я не вникала ни в составы, ни во все такое. Первый вопрос. Если эта продукция для любого человека, да, для любого, абсолютно для любого типа кожи, то и это комплексный уход, то здесь мне не хватает как минимум крема для глаз и ночного крема. Зато здесь есть скраб, который я бы вообще не рекомендовала никому использовать, потому что даже если вы абсолютно как бы не вникаете в составы продукции, то как минимум, да, вы знаете, что скорлупа грецкого ореха, она, в общем-то, не рекомендуется к использованию, потому что она царапает, травмирует кожу, особенно чувствительную, и как бы может нанести огромный вред эта косметика. Но я, тем не менее, попробовала. Я весь день, кстати, проходила, не смывая продукцию. У меня не возникло неприятных ощущений. Слава богу, да, ничего не покраснело, никаких не вылезло неприятностей, но и хороших впечатлений, в общем-то, не так и много. Ну, вы все сейчас увидите видео от начала до конца, распаковку, и как я все это пробовала, вы увидите дальше. И я вам желаю приятного просмотра, и надеюсь, это видео вам будет полезно, дабы избежать покупок в Инстаграме, потому что есть очень много классных компаний, которые производят действительно очень хорошую продукцию, которая вам даст и хороший результат, и продлит молодость и красоту вашей кожи, поэтому не стоит тратить деньги, тем более большие деньги, за подобные уходовые комплекты. Все, переходите к просмотру. Пока! Итак, посмотрим, что в коробочке. Все пришло в розовой коробке. Открываю. Убираем. Здесь у нас идет накладная. И па-дам! Вот она. Все, распаковали. Давайте рассмотрим внимательно. Ну, конечно, красивая розовая упаковка с прозрачной пленкой. Конечно, смотрится очень приятненько. А сзади, на обороте, на коробке написано состав набора, то есть это программа ежедневного ухода за кожей любого типа, который борется с возрастными процессами изнутри, с возрастными. То есть, значит, это уже не для любого типа, потому что возрастные процессы начинаются, ну, однозначно где-то с 25 лет. Мы уже рекомендуем антивозрастной уход девушкам. Так, что здесь еще интересного? Упругость, увлажненность, мощное питание на основе растительных ингредиентов. Так, ну здесь все хорошо так расписано, прекрасные комплексы. И в состав набора входит очищение, очищающая пенка. Здесь указан состав. Также на сайте можно посмотреть, что входит в состав каждого продукта. Балансирующий тоник для лица, обновляющий скраб для лица. Кстати, скраб, вот что меня удивило, то что содержит микрогранулы грецкого ореха. Я, в общем-то, давно уже отошла от скрабов и стараюсь использовать какие-то очень мягкие пилинги, чтобы не травмировать кожу и не нарушать вот этот вот верхний слой защитный. И легкий увлажняющий крем для лица. То есть питательного крема нет, который хотя бы должен быть на ночь питания. Итак, коробку открываем и рассмотрим повнимательнее, как устроены сами флакончики. Плотно сидят здесь. Итак, у нас идет пенка с специальной щеткой. Щеточка очень мягкая, силиконовая. Как она у нас снимается? То есть каждый раз ее нужно будет снимать, помыть и опять заново
приодеть на специальную насадку. Кстати, можно использовать без щеточки, и, конечно, если ваша кожа чувствительная или есть какие-то высыпания на коже, то щеточки не рекомендуется использовать, однозначно нет. И я так понимаю, что нужно будет просто надавливать на пузыречек, но это мы уже сделаем вместе с вами, буду пробовать сейчас все. Следующий тоник. Вот сюда извлечь. Не так-то это и просто. Итак, все извлекла с некоторым трудом. Итак, тоник. Сразу отмечу, очень удобная крышечка, то, что можно вот так просто нажать, через специальное отверстие увлажнить ватный диск и потом закрыть. Я обожаю такие упаковки, когда не надо откручивать и закручивать. Кстати, понюхаю, как пахнет. Легенький-легенький аромат. Что-то такое сладенькое, со свежими нотками. Так, скраб. Скраб у нас в пузыречке. Здесь нужно будет снять защитную фольгу. И через большое отверстие кофейного оттенка скраб, и да, видно сразу такие гранулки крупненькие. Я, конечно же, на своей коже этого использовать не буду, только один раз сейчас для видео. И крем. Кстати, упаковка мне нравится. Очень классная, очень удобная. То, что вот эти все вот дозаторы и флакончик. Единственное, будет ли удобно пенку держать в руках и наносить на кожу. Но вот флакончик с кремом тоже очень приятный. И на каждом флаконе написано срок годности, то есть с момента открытия, здесь отмечено 6 месяцев на то, чтобы использовать этот продукт. Далее написано, где произведено, и немного информации про компоненты, какой эффект они оказывают. В общем-то, вся остальная информация будет, да, уже на сайте или на коробочке. Вот с этой стороны тоже можно прочитать весь состав. Ну что же, наконец-то я все распаковала. Давайте пробовать. Интересно, как моя кожа отзовется на эту продукцию. Первый этап – это очищение кожи. Наносить пенку лучше на влажную кожу, чтобы она лучше взаимодействовала. Поэтому я немножечко смачиваю лицо. Капельку наношу, водичку. Так, и нужно нажимать на помпу несколько раз. Конечно, я щеточку помыла с мылом перед тем, как... Ой! Целый фонтан. Итак, нажали и начинаем массаж. Щеточка, кстати, совсем не грубая. Можно чуть-чуть поддавить. Для меня, например, удобно. И вот этот флакончик, он мне не мешает. Он не слишком тяжелый. Здесь 150 миллилитров, ой, пенка лопается, и даже получается очень даже приятные ощущения. Ну, пенка, я хочу сказать, совсем не густая, то есть она такая прям, видите, быстро исчезла. Не знаю, насколько она хорошо очистит кожу. Ну, потру по массажным линиям, конечно, все наносим. И если уже пенку не нужно добавлять, то просто удобнее держать даже вот так флакончик. Так, помассировала. Легкий аромат, кстати, чувствуется. Радует, что нет такой мощной отдушки, ну, которая отвлекает, да, и когда слишком сильная отдушка, то это тоже плохо. Ну что, я готова смывать. Пробуем. Итак, по ощущениям, нужно чуть-чуть подождать, чтобы понять, как будет кожа реагировать. У меня кожа нормальная, в Т-зона немного комбинированная, то есть это летом заметно очень сильно, когда тут Т-зона выступает, а сейчас этого нет. Я не могу сказать, что мне прям так приятно и легко, что кожа дышит, но так как это было, я не смывала косметику, не совсем понятно, потому что если бы я вечером умывалась, смыла косметику, то было бы интереснее посмотреть, насколько чисто очищается кожа. Вот, сейчас все высохло, влага испарилась. Ну, так себе. Не могу сказать, что у меня прям стянуло, как куриная жопка. Нет. Но сказать, что и увлажнилось, нет. Но это, в принципе, нормально, потому что это не молочко, это очищающая пенка. Следующий этап, если в этот день не делаем маску или скраб, то идет сразу тоник. А если в этот день делаете скраб, то тоник нужно носить после скраба. Давайте попробуем скраб.
Кстати, скраб тоже нужно носить на мокрую кожу. Я, конечно, разовую акцию такую делаю только для вас, чтобы вы посмотрели, как этот скраб... Ну, мне и самой интересно, как моя кожа отзовется. Кожа у меня не чувствительная, поэтому должно быть все хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но так как у меня кожа возрастная, я очень к ней тщательно отношусь, чтобы не пересушить, не травмировать ее. Итак, смотрим. Скраб. Вот такой вот. Кофейного цвета. Аромат везде одинаковый в серии. То есть компоненты многие, наверное, сочетаются. Итак, очень царапучий. Очень, мамочки. Я уже такими скрабами давным-давно не пользуюсь. Ой, я аккуратненько буду делать. Но однозначно не для всех типов кожи эта серия, потому что уже вот даже сейчас я пользуюсь скрабом, я думаю, еще молодые девчонки как-то спокойно, да, оценят это, им понравится, может быть, особенно у кого жирная кожа, захотят тщательно почистить поры, но на самом деле это не так-то уж и хорошо потом может, да, сказаться на коже с возрастом, но уже это будут процессы такие необратимые. Вот, очень царапучий, я даже боюсь, вот я буквально прям еле прикасаюсь к коже подушечками пальчиков, чтобы не расцарапать лицо. Все, я заканчиваю, буду смывать. Ну, радует, что у меня сейчас даже на первом этапе нет покраснений, то есть ну, посмотрим, что будет после смывания. Так, ну что, кажется, все в порядке, лицо не покраснело, не появилось никакой реакции. В общем-то, я ее и не ждала, потому что у меня кожа никогда еще не давала негативную реакцию ни на какие средства. После того, как очистили лицо с помощью скраба, берем ватный диск и наносим тоник. Что я жду от тоника? Тоник должен выровнять pH-баланс кожи, удалить остатки очищающих средств и как бы, да, завершить процесс очищения. И после тоника уже не должно возникать ощущение там стянутости. Если он подходит под тип кожи, то уже должно быть комфортно. То есть тоник — это у нас предварит, как это сказать, подложка под крем, чтобы крем лучше сработал. Также делаем все по массажным линиям. Тот же аромат, который мы уже чувствовали везде. Так, все, ваточка чистая, но это нормально, потому что я и очистила кожу пенкой, и еще и скрабом. Сейчас посмотрим, тоник впитается, какие будут ощущения. Вот прям прошла буквально минутка, и мне уже такое чувство, что у меня вот кожу всю как будто вот собирают в кучу. И легкое какое-то вот как жжение идет на лице. Странное ощущение, очень даже как-то некомфортное. Ну вот что, попробуем крем, потому что мне уже хочется быстрее нанести крем и побольше, и попитательней. Очень красивый флакончик. Очень удобно то, что есть дозатор. Ой, я всегда это ценю. Так. Небольшое количество крема я раскидываю. Странно, что нет крема для глаз. Как бы я люблю, когда серия полная, чтобы было все: и сыворотка, дневной крем, ночной крем, крем для глаз мне нужен обязательно. Вот. И хотелось бы маску в серии, маску какую-то или пилинг, чтобы был мягкий, гладкий. Так, наношу на кожу. У меня зеркало в стороне, поэтому я чуть-чуть отворачиваю сторону. Такими по массажным линиям, вбивающими движениями. Мне щипет лицо немножко. Хотя вы видели, что я скрабом прям совсем немножечко делала. Ждем, когда впитается крем. Послушаю свои ощущения. Итак,
Крем хорошо впитался. Я достаточно много нанесла крема, потому что я люблю давать коже максимально питание. Но и заметила, что будет хорошая база под макияж. То есть он не жирный, не липкий, он впитался. У меня нет ощущения на лице стянутости, то есть никакого дискомфорта нет. Но есть ощущение, что в коже что-то работает, то ли какое-то жжение у меня идет. Но на лице визуально ничего не поменялось. То есть нет покраснений каких-то, да, высыпаний моментальных. Нет, этого нет. Удобная форма, еще раз отмечу. И давайте свое впечатление о серии скажу. Мне не понравился тоник. У меня было ощущение стянутости, некомфортное. Тоник мне не подошел. Скраб, конечно, я уже как сказала, однозначно таким скрабом я не буду пользоваться никогда и никому не рекомендую, потому что это может принести нехорошие последствия, потому что за кожей нужно ухаживать деликатно. Не нужно снимать с нее кучу слоев, тем более острыми такими краями. Далее, очень понравилась пенка. Очень понравилась. Мне понравился ее дизайн, как она сделана, потому что вот удобная щеточка для меня удобная. То есть меня не напрягает то, что нужно флакон за собой таскать. То есть для меня вот эта форма просто, ну, прям вот прелесть. Я думаю, что я буду пользоваться этой пенкой. По крайней мере, посмотрю, как она еще будет снимать макияж. Потому что когда я крашусь, я наношу слой, да, тона, подложка под тон, потом пудры, румяна, консилеры, корректоры. То есть я полностью делаю такое покрытие хорошее на лице. Посмотрю, как будет смывать макияж. Мне тоже это интересно. Но вот пенка прям понравилась. От крем никакого чуда такого особого не сделал. Но и не могу сказать, что плохо. Да, как бы надо посмотреть в любом случае, когда начинаешь пользоваться каким-то продуктом, может сначала понравиться, потом нет, или наоборот, сначала не увидишь какой-то эффект, потом увидишь. Ну, как бы с первого раза никакого чуда не произошло, но и страшного тоже ничего не произошло. Итак, я хочу сказать, да, благодарю вас всех за внимание, за то, что посмотрели, надеюсь, это видео полезное. Всего доброго вам, красоты, заботьтесь о своей коже, выбирайте все самое лучшее. И как говорит моя знакомая, уже очень взрослая женщина, она давно-давно на пенсии, она говорит, вот на своем лице экономить нельзя. И выбирать нужно продукцию, которая действительно проверенная, качественная, круто сделана, на классном производстве, что там работали ученые, то есть самое лучшее для своей кожи. Вот поверьте мне, сэкономите, да, с молоду на коже, будете экономить, потом, когда будете взрослеть, будете жалеть об этом. Поэтому не надо экономить на своем лице. Любите себя, девочки. Да, у нас кожа один раз нам дана на всю жизнь. И надо за нее, как говорится, хорошенько, ну не то что побороться, а поухаживать как следует. Вот теперь точно все. Пока-пока. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Привет-привет, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет обзор косметики уходовой. Это комплексный уход Sana Beauty от блогера Оксаны Самойловой. Начинайте сначала. Так, Sana Beauty. Да-да-да-да-да-да-да. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет с вами обзор комплексного ухода за лицом Sana Beauty. Это, по-моему, самая нашумевшая такая компания. Фу, да блин, нет, нет, не то, все не то, Миш, ну как же сказать так грамотно. Миша мешает волосы. Миш, иди все стирай. Какой-то бред вообще. Миша, выключай. Давай вот этот вариант оставим. Я его, в общем-то, нормально более-менее сказала. Только, пожалуйста, не надо миксовать, не надо вот этого всего. Выключай. Нажми кнопку выкл.